Приветствую, танкисты, Mad Max на связи, и это история о том, как я стал миллионером в игре World of Tanks Blitz. Без приколов, я потратил последнюю голду, которая у меня только была, продал все коллекционные танки, у меня было 15 тысяч голды, и я решил вложиться в контейнеры просто космос. Я думаю, вы уже видели много роликов на ютубе о том, как блогеры открывают данные контейнеры. Но мало кто из них, я бы сказал, даже единицы, выбивали 100 тысяч голды. Это, пожалуй, самая заветная награда, которая есть в этих контейнерах, и, пожалуй, самая желаемая. Пока что мы видим, что мне выпадают контейнеры сюрприз, ключи, 30 дней премиум аккаунта. Кстати, это прям довольно-таки неплохо, я вам хочу сказать. Контейнер, собери их все, 5000 свободного опыта, ну такое, хотелось бы побольше, пожирнее. Так, 7 дней премиума, 1000 голды. Вот 1000 голды, это неплохо. Это мы, считайте, отбили один конт. Черный ящик первого уровня и 10 тысяч свободки. Тоже хорошо. Тоже пойдет. Так, открываем дальше. Вот это вообще нищенский контейнер. Тут 3 награды. Люблю, когда мне выпадает 7 наград. Это прям меня очень сильно радует. Итак, открыли 10 контейнеров, выпадает гарантированный просто космос. Открываем дальше, смотрим, что падает. 200 голды, это очень-очень слабо. Но это, конечно же, лучше, чем ничего. Итак, собери их все, 200 голды снова. Да как так-то? Вы можете мне соточку голды накинуть, ребята? Товарищи, разработчики, я столько контента для вас снял. Точнее, не для вас, а для своих подписчиков. Столько денег вложил, где мои 100 тысяч голды? Ребят, я гарантирую, что в этом видео будет выпадение 100 тысяч голды. Я стану действительно миллионером. Ну как миллионером? Я просто стану лучше, чем Хася. И вот они, заветные 100 тысяч голды. Вы представляете, мне на аккаунт дропнулась самая жирная награда, которая только бывает в этих контейнерах. Я думаю, многие подписчики, конечно, сейчас напишут гневные комментарии, что мне подкрутили и так далее. Но нет, до этого я тоже достаточно открыл контейнеров, и до этого мне ничего не падало. Даже коллекционные танки. Но это только первая часть, первый заход в эти контейнеры просто космос. И в следующих выпусках вы будете смотреть, что мне выпадает в следующих контейнерах. Ведь у меня есть 100 тысяч голды, которые я, естественно, буду сливать на следующее открытие. Итак, смотрим, что выпадает дальше. Бустеры, черный ящик, 900 голды. И смотрите, черный ящик 4 уровня, он все-таки падает. Я думал, его там просто как-то заблокировала компания Wargaming. И 1500 голды все-таки достали из него. Ну, я считаю, я окупился. 2 контейнера сюрприз и 1 контейнер просто космос. Так, ну из последнего просто космос выпадает 10 тысяч свободного опыта. Ну, неплохо, неплохо, пойдет с пивком, естественно. Итак, дальше. Су-130ПМ, 1000 голды. Компенсацию я получил. Открываем следующий сюрприз. Тут выпадает Су-130ПМ. Ну, с 2 контейнеров я 100% должен забрать сушку. Ну, прям 1000%. Давайте, смотрим. 750 голды. Неплохо. Следующий контейнер. И тут Су-130ПМ. Он у меня был. Компенсация 3750 единиц голды. Итого на аккаунте у меня 110 тысяч голды. Вы представляете? И, естественно, первым делом я пошел восстанавливать коллекционные танки 10 уровня, в надежде на то, что я больше никогда не вернусь к открытию контейнеров. Но, как вы понимаете, это не последнее мое открытие, и, как я и обещал вам, я буду открывать до талого, пока не закончится у меня голда. Да, сейчас на экране вы увидите то, что я восстанавливаю все танки 10 уровня, у меня не хватает только Кампфпанзера 50 тонн и Кара 45 тонн. Но сейчас у меня сдадут нервы, я зайду в магазин и куплю снова 12 контейнеров просто космос. Пока есть голдишка, надо этим пользоваться, пока есть контейнеры в магазине, я решил все-таки опять поиграть в картошки на казино и открыть контусики. Итак, первый конт, 14 дней према и 500 голды, в принципе неплохо, первый конт окупился, идем дальше. И здесь 1500 голды и Лансен Си, но, к сожалению, Лансен Си у меня был, и компенсация серебром, а не в голде, это, пожалуй, самое обидное, вот действительно. Лансен Си неплохой танк, но когда за него приходит компенсация серебром, мне просто хочется какать. Ой, плакать. Так, 1000 голды. Смотрим, что выпадает дальше.
6 наград, контейнер просто космос, который гарантированный, и собери их все. Давайте откроем, собери их все. Кстати, вот насчет собери их все. Если там вам выпадает коллекционный танк, то их обновили, и сейчас за коллекционный танк компенсация идет, естественно, голдой. Мне выпадает Сентинель, к сожалению, танк был. Компенсация в серии, это меня тоже, опять же, кардинально не устраивает. Итак, контейнер, черный ящик, дальше 300 голды, ну такое себе. Открываем дальше, смотрим, соточка. Короче, все, удача закончилась, Wargaming-Lesta решили мне открутить. Открываем контейнер-сюрприз, что тут у нас? TL7-120, и вот именно этого танка у меня нет. Я очень сильно хочу его выбить, не знаю, конечно, получится, не получится. Итак, 2000 свободки, 750 голды, контейнер-сюрприз открываем, что же там выпадет? Там выпадает Бачат Бориска, ну как, контейнер на него. А выпадет нам танк или нет, кто знает, посмотрим. Собери их все, 100 голды, блин, очень слабо. Хотелось опять соточку голды вторую выбить и все. И покончить с этими контейнерами раз и навсегда. Мистический, тот самый мистический, из которого мне соточка и выпала в этом видео. Кстати, ребят, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, ведь я буду очень много контов открывать в будущем. Выпадает контейнер на супер коня. Ну что ж, давайте вернемся в хранилище и пооткрываем контейнеры, которые мне выпали из контейнеров просто космос. На самом деле это просто гениальные фича, до которой додумались разрабы. То есть вы открываете конты, из них выпадают конты, из этих контов еще выпадают конты, и оттуда танки. Бачат Бориска выпал. И к счастью, вот в этом контейнере уже компенсация идет голдой. То есть 3750 форману и TL7-120. Вы представляете, TL7-120? Я уже вообще ни на что не рассчитывал. И тут мне камбэкается танк, который я очень долго ждал. Я считаю, что это одно из самых моих успешных открытий за последнее время. Поэтому не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал. Ведь уже скоро выйдет вторая, а возможно и третья часть открытия контейнеров просто космос.